Суп для мушкетеров. Будет магия. Никакой ингредиент. Наш чеснок фантастик. Смотри, какая красота. О, я не молодожен уже, старый. Это очень вкусно. Всем привет! Сегодня с вами шеф Вивьен, настоящий гасконец. Суп для бедных мушкетеров. Никакой ингредиент, чеснок, хлеб, яйцо, вода. Еще мы даем вот этот суп для молодожения ночь, потому что это дает хорошо, хорошо. У нас гасконцы так говорят. То есть идем сюда, берем чеснок, берем нож, убираем, как обычно, зеленые штуки, если есть, но они, он очень свежий, почти нет, нет ничего. Если зеленый штук, мы его убираем, потому что неприятный, это вот этот неприятный вкус, который здесь вот так после кушает. Если мы его убираем, не будет вот так. Не будет неприятный после вкус. Оп. Резаем тонкий вот так. Ну, рубим. А есть люди, которые рубят. Есть люди, которые... Просто резать петаль, вот, куска вот так. Я думаю, нужно рубить. Но вот это время можно начинать уже разогреть наш кастрюля. Ну, конечно, в гасконе, как вы уже знаете, утиный жир из конфи. Но если у вас нет, можно сало, растопление сала. Или вообще масло, оливковое, растительное. Что у вас есть? И будем разогреть на среднем огне. Не как обычно на большой огне. Нет. Потому что мы хотим жарить чеснок на среднем огне, на маленьком огне. Не нужно темнить. Нужно оставить готов. Пахнет вкусно, но никакой свет. Мушкетеров кушал много суп и каждый день суп. Вот это один из самых известных суп в Гасконе, который называется турин а лай. И это будет еще турин бланши а лай, потому что мы его будем сделать магия сегодня. Мы его будем бланшировать, но будет суп и сразу будет белый суп. Вот вы понимаете потом. Я забыл один ингредиент, конечно. Извините, который очень-очень сложно найти. Уксус. Любой уксус. Херес уксус. Но бальзамический черный нет. А? Ура, наш жир растопил. Положим наш чеснок. Чуть-чуть соль. И перемешиваем. Ура. И контролируем огне. Теперь берем яйцо. Вы будете смотреть в интернете много вариантов вот этот суп. У меня это вариант Майте, наш известный гасконский девушка-шеф. О, très joli. Là, это bonbonnière au feu, bonbonnière au feu. Ah oui, le feu. Положим чуть-чуть соль в желток. Перемешиваем, потому что мало объем, можно добавить капельки воды. Будет помогать вам перемешивать. Я сегодня здесь на двух человек только. О, это наш желток. Наш чеснок фантастик. Буду давать чуть-чуть побольше жир. Это вкус. Я буду положить вода. Есть люди, которые положат овощной бульон. Если вы хотите вкус чеснок, добавить только вода. Не добавляем бульон. Если бульон очень не сильно бульон. Вода. Оп, за два человека чуть-чуть больше, чем пол-литра. Перец много. Сейчас огне можно. Много перец. Вегасконь, много соль, много перец. Соль. Voilà. Много соль, много перец. Положим один
красивая ложка уксус. На двоих, да, один. Один желток, один уксус. Кипяток сделаем поменьше огне. Оп. Voilà. И это будем готовить 10 минут, около 10 минут. Если чуть больше, ничего страшного, но минимум 7, voilà, 10 минут. Это готов, это готов. И теперь два варианта, или без хлеба, или с хлебом. У меня старый хлеб, вкусный. В ваш суп можно добавить чуть-чуть тимьян, просто нет стебель, просто цветочек, окей? Потому что вот это помогает тоже переварить ваш чеснок, как в косуле. Теперь и здесь сковородка, огонь. Вот этот хлеб можно просто в тостер и сделать вот так. Но мы будем делать поболее вкусно. То есть беру чеснок, конечно. Чеснок, это розовый чеснок из Лотрек. Гасконский чеснок, короче. И чик-чик-чик-чик. Натирай чеснок, это по желанию. Если вы любите чеснок, на. Оп, на двух стороне. Наш утиный жир. Voilà. Это можно сковородка сделать, это можно духовка сделать, как вы хотите. Что у вас есть? Или на гриль, на камин, в вашу дачу, как хотите. Что важно, просто сделать вот этот рецепт. Поверьте мне, это очень вкусно. Красиво, вот. Крутон. Еще красиво. Смотри, какая красота. Хоп, наш суп уже готов. Теперь будет магия. Все готов, а? Вот это, все. Так, посмотри сейчас. Оп, беру чуть-чуть бульон. Чуть бульон. Уже можно выключить огне. Бульон чуть-чуть в уксус. И в желток. Перемешиваем. И теперь бланшируем. Убираем из огня, voilà. Перемешиваем. И положим наш суп. И оп, сразу наш суп остался белый. Поэтому называется турен бланши. Это пахнет вот гасконь. Пикантный из уксус. Чеснок, перец. Попробуем соль, перец. Опа. Соль нужна, перец нужен. Свежий перец, да. Вот так. Вот так нужно быть, должен быть. А потом крутон сверху, внизу, неважно. Хорошо беру чеснок. Оп. И положим один красивый крутон. Положим крутон сверху. У нас есть маленький соль, вот так, эскамас, хлеб и соль. И у нас вот гастрономический, гасконский мушкетерный суп. Надо есть карри горячий. Но я не молодожен уже, старый, но мушкетер, да. Все равно я гурман, то есть буду покушать. Вот это крутон, это вот это суп. Вы чувствуете, что вы будете сильнее после этого. Вот. Вы понимаете? Это как хорошо луковый суп после дискотек. Вот. Другой день можно съесть турен а ливрогне. То есть это называется, это другой турен, другой суп гасконский, который называется турен а ливрогне, который из чеснок тоже и лук, много лук. То есть, не луковый суп, но похоже луковый суп. То есть пишите комментарий, если вы любите, если вы хотите. И оставьте лайк, если вы любите. Пока. Нет, не пока. Адишац.
Очень вкусно.